В Подмосковье массово проверяют мусорные полигоны. Об этом заявила советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова на одном из заседаний в Мособлдуме. В первую очередь проверки полигонов твердых бытовых отходов начнутся с документов, и вероятно, что деятельность некоторых ТБО будет приостановлена. Напомним, в 2013 году на территории Московской области существовало 39 полигонов твердых бытовых отходов. С того времени было закрыто 22 из них. Ежегодно в Подмосковье формируется 11 тонн коммунальных отходов. При этом почти 8 возятся в область из Москвы. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.